Монашество, иноческая жизнь – это тайна, загадка для мирских людей, которая никогда не оставляет их равнодушными. Соприкасаясь с этой другой реальностью, обычный человек получает особую радость, благодать внутренне преображается. Как и в каждом монастыре, в Иверской женской обители Самары сложился свой внутренний распорядок и устав, сохраняется монашеская традиция, культура быта. В течение дня все насельницы трудятся на разных послушаниях. Господи Иисусе Христе, Сыне единородный, безначальный, готовый к Отца, Ты ревность и пречистые усты Творения, яко без изменений можешь творить и ничего сожи. Господи мой, Господи, верую объем души и сердца Тобой речено, припадаем Твоей благости. Помоги нам грешным делать и нами начинаем, а Тебе самим совершите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В тишине золотошвейной мастерской слышится шум стежков и негромкие слова молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй. 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 До своего закрытия в 1919 году Иверский славился мастерством золотошвеек. По благословению настоятельницы монастыря игумени Иоанны, в наши дни эта традиция в обители возрождается. Монастырь наш не древний, это середина 19 века, поэтому вот то шитье, которым мы занимаемся сейчас, это более древнее шитье. Но то, что вообще мы соприкоснулись с шитьем, с вышивкой, и то, что возрождается, наверное, эта традиция именно здесь, вот в нашем монастыре, то это, наверное, молитвами сестер, и в том числе и вышивальщиц, которые здесь жили и трудились. В 1876 году сестрами монастыря было вышито знаменитое Самарское знамя. По заказу главы города Петра Владимировича Алабина и участие принимала игумения Антонина, это вторая игумения нашего монастыря, и жена Петра Владимировича Алабина. И раньше в Древней Руси каждая женщина обязана была уметь ткать, прясть, вышивать. Ну а сейчас в женских монастырях, как правило, это больше такого физического труда, огороды, хозяйственные дела. А таким шитьем, конечно, это занимает очень-очень много времени. Плащаницу мы шьем восьмой год. Такая большая работа – это наша первая работа. До этого были небольшие иконочки. Иконочка Иверской Матери Божией, иконочка святителя Николая, нашего святого праведного отца Александра. Плащаница используется в богослужении Страстной Седмицы. Вот Страстная Пятница, Великая Суббота, и от Пасхи до Вознесения она находится на престоле в алтаре. И размеры плащаницы средника и каймы мы все измеряли по нашему престолу, то есть специально для богослужения. Эскиз нам рисовала выпускница иконописной школы в Троице-Церкви Лавры Таня Гашадзе. Она сама самарская, там училась. Но она учла все наши пожелания, очень много просмотрела образцов, потому что иконографии плащаниц на самом деле очень много. И старинных, и вот много предстоящих фигур. Долго-долго рисовала нам этот эскиз. Когда нам она показала, конечно, нас очень впечатлило. Расцвет этого шитья приходится где-то на середину 16 века, потому что можно было одежду, допустим, пошить золотом, и есть такие тоже вот образцы. Но нам вот именно хотелось такого плана, вот в технике 16 века. Поэтому мы тоже, прежде чем приступить к шитью, тоже просматривали, когда бывали в музее, вот в Ризнице, в Троице-Церкви Лавре. И свои образцы, которые есть сейчас в книгах или там на фотографиях тоже. В общем, работы шитые в традициях того времени. Лицевое шитье, так же как и иконопись, это исключительно церковное искусство. Ликами называют лица святых, отсюда и название.
Честно сказать, к работе приступать было очень страшно. Очень страшно. Мы отслужили молебен в храме. Вот матушка благословила. И вот даже одно первое, как бы с чего началась работа, это вот запялить эти огромные пяльцы. У нас ушло на это, наверное, не знаю, может быть, около месяца. Потому что на самом деле столкнулись с таким, чего не ожидали. Пришивали все вручную, там внизу натуральный лен, сверху натуральный шелк. Когда растянули эти пяльцы, они у нас повели, согнулись вот так вот иксом. То есть дерево не выдержало натяга, края хорошо натянуты, а середина, она прогнулась. Стали думать, как что, может быть, какие-то подпорки, как чего. В конце концов пришлось все распороть, распустить и заказать новые пяльцы, уже дубовые. С столярами советовались. Когда запяли, то мы рисунок переводили из эскиза вот на такую слюду, тушью, полностью рисунок. Ну, как бы вот средненько, то, что на эскизе. Потом мы это через эту следу, через цветную копировку уже на ткань, на пяльце. Испарательный вот такой прием. А мы не художники, хоть так, конечно, вот ну, на кальке там рисуем. Все равно линия, когда переводишь, ты волнуешься, рука дрожит, и навыка такого нету. Поэтому, конечно, искажения есть. И все фигуры нам, особенно фигуры, особенно лики, ручки, нам очень много помогала наша иконописица Никиня Агния. Она тоже заканчивала иконописную школу в Лавре. Она нам все подправляла, все фигурки прямо на ткани, кисточкой. Когда шьем лик, то это просто она к нам приходит очень часто даже. Каждый день это обязательно, а то еще несколько раз на дню. Начинаем шить с лика всегда, если брать фигуры, потому что какое-то ну, большое зашитое место, там меняется натяжение ткани. Если вышить сначала одежду, то натяжение ткани будет очень сильное, и лик уже невозможно будет, ну, иголка не выдержит. Сначала темным шелком обшиваются нарисованные на ткани черты лика. Затем древнерусским швом в раскол делаются тени вдоль них. А между тенями светлые места. На один квадратный миллиметр приходится, как в древней вышивке, до 6 стежков. Шелковые нити сестры красят сами, используя ольховые шишки, кору дуба, луковую шелуху, натуральные красители. Мы не сразу пришли к лицевому шитью. Когда пришли в монастырь, кто помоложе, нас вот матушка отправила учиться машинной вышивке. Нужны были облачения, нужны были кресты на облачения. И потом перешли на ручную вышивку. У нас матушка Любовь, она с Горецкого монастыря. Оттуда приезжали сестры, чему-то научили. В Москве были что-то, посмотрели там при Новоспасском монастыре в мастерской. У нас здесь была какое-то время сестра с Валаама. Она вышивала техники лицевого шитья, но не такой немножко. У нее своеобразный такой подход, не лаврская школа. А потом вот так мне поступила в иконописную в Лавру, и там прямо отделение лицевого шитья. Ну, матушка благословила на стажировку несколько раз. Ездила Аленка, она прямо закончила. Была возможность 4 года поучиться там. Конечно, это нам большая помощь. Мы с ними постоянно советуемся, поддерживаем связь и с преподавателями, и с девочками, которые закончили и уже работают. Резницы, они нам много помогли, потому что у них, конечно, огромный опыт. И вот в крашении нитей у нас такая тут цветовая гамма большая. Пробуем красить, разводим. Ну, какую-то одну ниточку, она у тебя покрасилась. А если огромная пасма, ты ее опускаешь, цвет недостаточный. Опускаем снова, добавляем. Потом даже, когда высушиваешь нитку, она вроде бы смотрится такого цвета, как нужно. Начинаешь шить, получается немножко не то. Вот, и снова возвращаешься к началу. Снова замачиваем, красим, пробуем. У нас есть пробные такие пяльцы, кусочки. Ну вот как сочетаются друг с другом цвета, каким швом. Ну швом у нас тут такая тоже была задумка. Вот верхняя одежда у всех святых у нас вышитый шов, так называется, древний. Он смотрится как косой рядок, как будто как косые рядки, но это вот такой древний шов. А нижние одежды, вот здесь хитоны, они шиты швом в раскол, так же, как и личное. Только нитка более толстая. Вот знаменитая есть плащаница старицких вот годунов, которые в Резенстрое Сергиева Лавры находятся, на ней до 32 видов шва. То есть тут у нас, ну, конечно, не столько. Для личного попроще, но вот, допустим, нимбы у нас, вот то, что вышито золотом, вот нимбы,
Они у нас везде, если так присмотреться, там везде разный геометрический рисунок. Это за счет, вот мы выкладываем сначала настил из таких белых нитей параллельными рядами, потом прикрепляем золото в разных местах. Ну, выбираем себе рисунок, какой хотим, какую задумку. Вот, и за счет этого получается разный рисунок. Вот здесь такой, допустим, здесь вот ромбики. Там тоже вот, ну, везде разные. И буквы сейчас шьем таким же приемом, но здесь у нас только два вида. Вот есть тоже плащаница, где там тоже каждая буква разным прикрепом. А у нас только два, вот косой рядок и клопчик. Чтобы представить примерное количество швов в рисунке, можно посмотреть на учебные образцы по лицевому шитью, которые привезла молодая мастерица из Москвы, где она училась в иконописной школе при Духовной академии. Прежде чем приступить к шитью икон, каких-то больших работ, сначала все девочки, поступившие туда на первый курс, выполняют образцы вот так, в виде таких квадратиков, делают на, нитки настила кладут, и также вот золотую ниточку прикрепляют в разных направлениях, за счет чего получается разный рисунок. Годы моей учебы девочки вот Годуновский шов тоже на плащанице разбирали. Вот так называемые перышки, которые шьются, крылья у ангелов, тоже мы вот разбирали, как делать. Вот тут из двух цветов мое собственное небольшое открытие тоже на плащанице увидела, захотелось попробовать. Конечно, без проявления настойчивости, выдержки не обойтись в любом деле. Но лицевое шитье – особо сложная, напряженная работа, которая требует не просто терпения, а долготерпения. Очень сложный момент, когда я шила лик и долго-долго там подправляла глазик. И в конце концов от распарывания у нас получилась сквозная дыра. Просто была такая внутреннее смятение и паника, потому что одно дело, если это на какой-то маленькой работе, когда здесь такие огромные пяльцы, и ты понимаешь, что ты испортил. Что делать, как быть? Созвонились с девочками, вот с вышивальщицами. Но они успокоили, они сказали, что это нормальный процесс рабочий, что это у всех бывает, ничего страшного. Рассказали, как исправить это дело. Наложить ткань, пришить, нарисовать, вот, и снова вышить. И что потом ткань срежется, и ничего никто не заметит. Но это тоже нам испытание и наука. Вот сейчас уже, если какие-то бывают такие нюансы, уже как-то к этому спокойнее относимся. А первый-то раз, конечно, все это очень. Конечно, очень благодарны и Богу, и матушке, что соприкоснулись с этим. Потому что для нас самих, я тоже первый раз, когда увидела, мне казалось, что это вообще что-то нерукотворное, вообще непостижимо, как это можно сотворить. Ну, стараешься шить каждый стежок, чтобы не был без молитвы. Потому что вот тоже шьем вот так вот кусочек себе оставим, и не видишь, как это получается в целом. Когда потом поставишь, посмотришь, какое-то время проходит, то и не веришь, что это ты делал. Ну, действительно, потому что без Божьей помощи, конечно, это все невозможно. Ну, а здесь просто явно ощущается, вот именно в нашем монастыре, даже с нитками, сколько раз было. Не знаем, где купить. Приносят люди и жертвуют. Вот, допустим, бобина тогда этого толстого шелка. Мы вообще не знали, где ее нигде не достать, нигде не заказать. Люди принесли и оставили. Вот, ну то есть вот Матерь Божия сама видит, в чем мы нуждаемся, и посылает, это значит, это нужно.
все святые, которые изображены, как-то вот, ну, становятся ближе. Если ты берешь какой-то образ, конечно, ты молишься тому святому, которого вышиваешь. Он становится тебе ближе, роднее, как бы твой покровитель еще один, помимо ангела-хранителя и твоего святого имя, которого ты носишь. Я помню первый лик от Спасителя. Тогда я даже никого, совсем никого, даже вот и вторая сестра, с которой мы начинали шить, я говорю, пока я не вышью лик Спасителя, буду работать одна, вот, ну, в таком, в затворе. Ну, как раньше, вот, читаешь, вот, даже Иверскую икону писали, они, братья, молились, постились, освещали краски, да, и потом только писали, действительно, и братья молились за того монаха, который писал. Вот так и здесь, в общем, это, конечно, не нашим трудом, а общими молитвами и Божьей помощью. В основе духовной жизни лежит послушание, которое и рождает терпение, а вслед за ним появляется уже и смирение. Вышивальщицы в своем деле надеются не на собственные силы, а прежде всего на помощь Божию, и всегда помнят о том, что результатом их многолетней работы станет образ, на который люди будут молиться. Ну, для нас, вот не знаю, для меня лично, это вот как бы, мне кажется, если мы сделаем плащаницу, ну, хотя бы это вот просто дело, дело всей жизни, вот, оставить в дар монастырю, дар благодарности Матери Божией за, за все годы здесь прожитые. Конечно, все остальное тоже стараемся, да, и там и богослужение, и все, но это вот... Шитье, не знаю, самое сокровенное такое наше делание, которое вот делаем, тем более так, такие долгие годы. Матушка каждый раз спрашивает, ну, к Пасхе дело подходит, ну как? В этом году еще не будет? Ай, нет, пока, матушка. Ну, стараемся, как бы удастся. Сокровища благих и жизни подать, Бог, приди, вселись, умей, очисти над всякие скверны, спасибо, Аве, души наши. Послушание для верующего – это способность слышать голос Божий и равняться в своей жизни на самого Христа, который говорил: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Исполнение послушания невозможно по указке. До него надо дорасти, созреть. Каждому, кто стремится следовать по пути духовного роста, со временем становится понятна истина о том, что все мирские радости тленны и приносят лишь кратковременное утешение. Обрести покой, гармонию можно только живя с благодарностью к Богу. А Господь, слыша искренние молитвы, исполненного этим светлым чувством сердца, всегда поспешит на помощь.